все контакты на аккумуляторе идут не пропаянные, просто обжатые. Где-то вот они хорошо обжаты, а вот на одном они были обжаты плохо, он отвалился. Соответственно, я их сейчас очень тщательно пропаял намертво. Надеваю термоусадку, чтобы это еще все плотнее обжалось, заизолировалось. И потом вот такие зелененькие заглушечки, которые были. Сейчас вот этот разъем тоже разберу, пропаяю, чтобы все было очень надежно. Такой результат. Все пропаяно, термоусадка. И сами разъемы еще на жидкий клей, на термоклей посажен, загерметизирован и будет теперь держаться еще плотнее. С помощью остатков скотча и нового скотча прозрачно все это запаковал, почти как было. Здесь прорезь даже была специальная под эти провода. Все, сейчас завернем термоусадку и уберем обратно в коробку.